Выбор, который сделали сами горожане. Благодаря активному участию жителей Абакана, с каждым годом список объектов программы по формированию комфортной городской среды растет. И работы у градостроителей и подрядчиков с каждым разом все больше. Благоустройство приходится делить на этапы, планомерно приближаясь к заветному конечному результату. В этом году в рамках реализации программы «Комфортная среда» на территории города Абакана ведется строительство по 17 территорий. Значит, мелких объектов у нас частично уже завершены, частично ведутся работы. Основные крупные, давайте остановимся на них, это площадь Театральная. Вы видите, что мы приступили к укладке тротуарной плитки. Дополнительно ведется строительство фонтана. Подрядная организация завершила укладку труб от машинного отделения до самой чаши фонтана. Сейчас ведется бетонирование остатков чаши фонтана. В ближайшее время подрядчики планируют уже приступить к чистовой отделке, а затем и облицовке чаши фонтана. Дополнительно проведены торги на выполнение работ по реконструкции освещения Театральной площади. Победитель определился и на этой неделе вывел бригаду на объект. Новые декоративные опоры и светильники заказаны. В настоящее время энергетики готовят траншеи для подземных кабельных линий в соответствии со схемой. Следующий значимый объект – это у нас Кедровая, 13. Подрядчик у нас там выполнил комплекс работ, должное качество не добился он, мы выдано предписание на выполнение исправления брака. В настоящий момент ведется работа. В состав проекта входят у нас уличные тренажеры, которые установлены в полном объеме. Спортивная площадка, ледовая арена у нас размерами 56 на 26. Дополнительно установлены 4 щита баскетбольных, то есть 2 баскетбольные площадки будут закомплектованы 2 волейбольными площадками, навесами от солнца и лавочками. По итогу в Краснообаканье теперь есть еще один мини-стадион. На Кедровой, рядом с культурно-досуговым центром и спортивным залом. Работы на этом объекте градостроители планируют завершить в текущем сезоне.